Я родилась со странным даром. Способностью видеть то, что ни один человек не должен видеть. В голове все смешалось. Образы, звуки, запахи. Я должна вспомнить, как стала тем, кто я есть. Вспомнить, кто я. Как все это началось? Что ж, я расскажу. Я нашел вас на обочине, далеко от города. Что с вами случилось? Может, на вас кто-то напал? Например, имя. Кому можно позвонить? У вас же, наверное, есть семья, друзья. Хоть кто-нибудь, кто вас знает. Вы не из болтливых. Так я ничего не смогу сделать. Бесполезно. Это шрам? Свежий. Они не понимают, что это такое. Пусть дождутся меня, ясно? Отмените приказ немедленно, слышите? Их надо остановить! Дураки! Вот дураки! Знаю. Идут. Стоп, вы кто такие? Итак, вы нашли девушку. И где она?
ты где. Как настроение, Джоди? Хорошо? Не хочется отвлекать тебя от игрушек, но нам с тобой пора. Пойдем, еще успеешь сегодня наиграться. Ну что ж, идем, Нейтан ждет. Идем, Джоди. Привет. Почти готово. На срок был в прошлом месяце. Привет, зайка. Почти. Какая ты красавица. Мы пришли. Будет дождь. Весь год дождливый. Что верно, то верно. Зато холодов не было. Неправда. Привет, Джоди. Как твои дела сегодня? Хорошо. Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. О, да. Да ты у нас принцесса. Не бойся. Все будет хорошо. Если что, я рядом, да? Эй, Джоди, слышно меня? Ну что, начнем? Кэтлин в той комнате, и перед ней лежат те же карты. Сейчас она выберет одну, а ты скажешь нам, какую она возьмет. Ты уже готова? Давай. Ну что, поехали? Первая. Дальше. Следующее. Молодец, Джоди. Меняем задачу. В другой комнате на столе лежат кубики. Попробуешь сбросить?
Ну все. Простите, я не могу. Ладно, Джоди, спасибо, мы закончили. Тут заперто! Говорю, нет, вам, Кэтлин, заперто! Там не заперто, может, открой! Просто заклинило. Выпустите меня сейчас! Спокойствие, Кэтлин! Открой. Остановись! Хватит, Джоди! Мы закончили! Прекращай! Джоди, ну, вы не слушаете меня! Он меня не слушается! Джоди, все хорошо, не бойся, все прошло. Это никогда не пройдет. Солнышко, ну что ты весь день сидишь у окна? Поиграй, займись чем-нибудь. На печеньку. Зайка, скоро ужинать. А печеньем ты аппетит перебьешь. Не сейчас, видишь, я пока занята. Thank you.
Эй, добрая фея, заедешь сегодня ко мне в гости на чай? О, да, с радостью. Вот и славно, вон моя машина. А, классная машина. Да, я сама выбирала. Это быстрая-пребыстрая модель. Приехали, пойдем, проходи. Какой же у тебя дом красивый. Да, мне тоже нравится. Это муж подарил на день рождения. Скажи, дорогая, тебе сахар в чай положить? О, нет, спасибо. Как поживает муж? Хорошо, он как раз на работе. Он у тебя такой милый. Хватит, Айден, я не хочу больше играть с тобой. Не мешай, я занят. Джоди, помоги мне, пожалуйста. Можешь сходить за маслом в гараж? Да, сейчас. Спасибо. Джоди, зайка, иди поиграй во дворе. Я позову тебя к ужину. Иду.
Класс, теперь мне и скучно, и холодно. Ты-то не мерзнешь, Айден. Тебе все равно. Айден, покачай. Ты слышал? Это с улицы. На тебе! Кажется, придумала, чем заняться. Ты мне за это ответишь. Получай! Ну да, я знаю, что нельзя. Ну и что, мы 5 минут поиграем, и все дела. Мама даже не узнает. Мог бы хоть помочь, Айден. Играем? Тогда прячься, а то снежком залепят. Происходит. Она ведьма! Говорю вам! Джоди Хоббс! Ведьма! Пойдем, пойдем домой. Идем. Идем! Иди в дом! Что стряслось? Зачем ты вышла на улицу? Тебе запрещено уходить со двора! Они там играли! Я просто хотела с ними! Что ты сделала с мальчиком? Филипп! Я не виновата! Это Айден сделал! Он защищал меня! Он... Хватит! Меня тошнит уже от твоих выдумок! На Нет, этот раз надо. Ты у меня получишь! Не смей!
Марш в комнату. Иди! Постарайся уснуть, зайка. А проснешься в хорошем настроении. Засыпай. Мама! Я боюсь чудищ, правда? Они меня схватят. Зайка, чудищ не бывает. Я могу тебе оставить свет. Засыпай, малыш. Злись ты на нее, Филипп. Она ребенок. Ребенок? Видела, что она умеет? Сьюзан, это не ребенок, это... Это чудовище. Не смей о ней так говорить, понял? То, что с ней творится, это ненормально. И становится все хуже. Господи боже мой, а если мы ее разозлим? Ой, да что за бред? Сьюзан, она все равно, что дикое животное. Мы не знаем, на что она способна. У нас в доме живет настоящий демон. Сьюзан, с меня хватит. Все, довольно. Иначе нас с тобой ждет дурдом. Мы согласились взять к себе девочку, а не это... нечто. Ничего не бойся, слышишь, Айден? Мы просто заснем. И ничего страшного. Чудищ не бывает. Они есть, мама. Они есть. Хватит, Айден! Это все из-за тебя! Перестань! Он заменит доктора Мэттьюза. Теперь он будет с тобой заниматься. Он мне понравился. Иди, он тебя ждет.
Давай, скорей. Я тут посижу. Джоди, он тебя ждет. Давай, скорей.